Сейчас в жизни Сергея Лазарева что ни день, то праздник. А все потому, что, устав после нескольких шоу и зимы, артист улетел в отпуск. Целый месяц в Мексике. Идеально же. Поздравления на свой день рождения артист тоже принимал на расстоянии. Дети записали для него трогательное видео, которым Сережа поделился с подписчиками. А вообще сейчас наблюдать за жизнью артиста сплошное удовольствие. Например, сначала можно порадоваться, когда лежа в кровати, смотришь сторис певца, который куда-то отправляется среди ночи. Это вот эта лодка и эти удочки, и я вообще думаю, что я тут делаю? Я хочу в отель. Но потом начинаешь кусать локти, когда видишь, как какая красота вокруг знаменитости. Лазарев отдыхает в Мексике вновь в той же компании. Друзья и Алекс Малиновский. И кажется, рыбалка по-настоящему заладилась только у последнего. Поймал! Браво! Обалдеть! Ребята, офигеть, я просто не верю. А вообще подписчики радуются. Лазарев в отпуске такой романтик. Звезда делится с фанатами не только гармонией отпуска. Вот они ловят рыбу и играют с дельфинами. Вот мимо проплывает черепаха. А вот в лодку забирается морской котик, пока вокруг плавают киты. Кажется, после таких эмоциональных вбросов нас точно ждет, ну, как минимум, несколько новых хитов. Хорошо, что Лазарев успеет вернуться к премии телеканала РУ-ТВ, которая, напомню, состоится 22 мая в Крокус-Сити-Холле. We'll be right back.